Привет, Россия! Меня зовут Саша, я серб, я очень люблю русский народ, очень люблю ЦСКА. Tournament is very important for this town, for our Serbs. We are very delighted because we have ЦСКА here. I just want to support ЦСКА and Partizan because I'm Partizan fan too. So we are brothers. So it's almost the same. First time in my life to watch ЦСКА live, and that's my wish come true. You know, yeah, that's really really great feel. Мы сыграли вообще супер классно в защите, я считаю, было достаточно много перехватов, что позволило нам набрать легкие очки. Опять-таки повторюсь, это командная была работа целиком и полностью, мы прикрывали друг друга, страховали, да, были какие-то ошибки, но пока это предсезонка. Я думаю, в любой игре можно найти какие-то изъяны и то, над чем можно поработать, но в целом это была хорошая игра. С другой стороны, можно сказать, что Галатасарай играл уже вторую игру подряд. Ну, то есть они играли вчера, и сегодня у нас все-таки был день перерыва. И я не знаю, в каком состоянии они находятся, я знаю, в каком состоянии мы находимся. Соперника была игра вчера поздно вечером, и они... Я думаю, что были устали, так что эта разница нереальна, можно сказать так. Но это наша хорошая игра, все ребята получили шанс, я думаю, что хорошо бежали по площадке, защищались. Я хочу поздравить Антонова с возвращением на площадке, он нам очень важен игрок, и я надеюсь, что сейчас будет легче и для него, и для нас, потому что он сделал первый шаг. Саймона очень хочется поздравить с этим. Это тяжелый путь, который, ну, не передать словами. Никто это, наверное, не ощутит лучше, кроме него. Поэтому я не знаю, честно, как он это переживал. Мы все рады, что он вернулся, потому что нам не хватало этого заводилы. Эмоции самые замечательные, рад вернуться в команду, рад, что смог принести пользу, самое главное, что мы победили. Прошло много времени с момента, как я получил травму, почти 10,5 месяцев. Не просто было психологически, физически, но постепенно набираю форму. Я думаю, что все придет, да, нужно время, нужно окрепнуть психологически, физически я вроде бы хорошо себя чувствую, но все равно игровые моменты. А так у нас все парни молодцы, все меня поддерживали, особенно сегодня перед игрой, когда все знали, что я буду дебютировать после травмы, и все давали мне максимальную поддержку. Спасибо всем болельщикам, кто переживал, кто писал слова поддержки в этот непростой период. Всем большое спасибо.